Блин, капец, что вообще происходит? Куда этот странный дяденька меня что-то вытаскивает? Блин, да можно поаккуратнее? Больно вообще-то. Фух, а это еще кто? Это что, мама моя, что ли, получается? Эй, женщина, очнитесь. Из вас меня вытаскивают. Вы можете как-то там, ну, хотя бы немного помочь? Поусердствовать, так сказать? Блин, капец. А что она так кричит-то? Ё-моё, я чуть не оглох, ё-моё. Фух, давайте, вытаскивайте меня, дяденька, пожалуйста, побыстрее. А то мне совсем некомфортно в этой женщине. Она еще кричит, что-то брыкается. Фух, блин, у меня сейчас сотрясение мозга вообще произойдет. Господи, да ты можешь нормально лежать. Ты можешь, блин, не дергаться. Фух, чего? Что она? Что происходит? Фух, я че? Все! Фух, ё-моё, вылез, получается. Обалдеть. Фух, вытащили. Блин, ну наконец-то. Наконец-то я появился на свет. Фух, офигеть, тут все так круто. Так, ладно, мама, видимо, до сих пор не в состоянии встать. Чего? Это кто такие? Ай, вы что делаете? Куда вы меня тащите? Блин, прекратите. Что за дяденьки в масках? Блин, мама, блин, капец. Меня куда-то эти дядьки уносят. Офигеть, помогите кто-нибудь. Эй, пожалуйста. Блин, да куда вы меня несете? Ё-моё, фух. Ай-яй-яй-яй. Фух, черт возьми. Чего? Где это я вообще? Обалдеть! Как встать-то? Чего вообще происходит? Блин, капец! Где это я нафиг нахожусь? Обалдеть! Так как подняться-то, я не понимаю? Ё-моё! Фух! Все, вроде бы встал! Блин, капец, что тут вообще происходит? Поместили куда-то непонятно куда. Блин, что-то ничего не помню. По-моему, я же только что родился вообще. А сейчас... точно, меня же забрал кто-то. Видимо, поместили в эту капсулу. Офигеть, а это еще кто такие? Эй, блин, вы что, вылупились на меня? Так, кто тут у нас? Ох, офигеть, я что, уже настолько повзрослел, что... разбираю человеческий язык? Офигеть, я ведь буквально пару секунд вообще ничего не понимал. Да и вырос я капец как. Может быть, уже много времени прошло, я не понимаю. Так, это наши испытуемые. Чего? Или же объекты? Какие нафиг объекты? Чё это за тетка? Чё она несет? Я вообще-то человек! И ребенок там, и все дела! Вообще кушать хочу! Мне вообще не нравится это в этой вашей капсуле сидеть! Тут объекты от 1 до... 77776? Чего? Вот давайте вам расскажу о каждом! Обалдеть, блин! А почему она нас вообще какими-то объектами называет? Я не понимаю! Никакой я не объект, я обычный человек! И вообще, почему я так вырос очень быстро? Это у нас испытуемый лучик... Или 77775. Он может сделать ультрамощный луч, который все поджарит. Мы над ним держим контроль. О, какой еще лучик. Блин, там реально какой-то солнечный монстр вообще сидит. Чего? Солнечный луч? Блин, капец, он что, целый кратер в земле, что ли, может сделать, и который... Обалдеть, блин. Так, дальше. Это кто? Что это за странный дядька в очках? И вообще у него какая-то косичка, как у девчонки, блин. Фу, блин. Мужики, конечно, пошли. Капец, блин. Так, ладно. Это у нас... Так, достал документ. Сейчас. Чего, блин? Там еще какой-то испытуемый. А это еще кто такой? Это у нас испытуемый валун? Или же 70... Ой, 777776. Он делает из своего тела валун, который... Чего? По массе достигает грузовика. Офигеть, блин. Это что за трансформеры вообще? Что они тут с нами делают? Так, ну я вроде бы обычный. Обычный человек. Каким был, таким и остался. Правда, какая-то техника мегароста на мне была применена. Или что, я не понимаю. Потому что я капец как сильно вырос. Так, ладно, а что ко мне-то подошли? Так, это кто? Здрасте. Может, вы выпустите меня вообще из этой капсулы? Мне в ней вообще некомфортно. Я тут практически задыхаюсь. Мне вода в уши попадает. Это у нас самый особенный... новоприбывший? Чего? Какой еще новоприбывший? Блин, верните меня к моей маме! Быстрее! Я требую! У меня претензия вообще! Верните меня к моей маме! Это у нас, испытуемый Абобус! Автобус! Мы почти сделали из него супермутанта! Мы готовы сделать последний эксперимент! Чего? Супермутанта? Она же шутит, наверное! Какого еще супермутанта? О чем они вообще? Какой я испытуемый Абобус? О чем они? Мы ждали... вашего прихода? Это меня радует. Какого нафиг супермутанта? Я вообще не подписывался ни на каких обобусов и вот этих вот мутантов ваших. Так давайте выпускайте меня срочно отсюда. Блин, эй, алло, выпустите меня быстрее. Мне тут вообще не нравится. Ну так что, вы даете согласие? Давайте я их осмотрю.
Капец. Эй, тетка, давай выпускай меня отсюда. Не надо из меня никакие автобусы делать. Вам вон вот этого вот грузовика хватит. Меня не надо. Так, вообще, автобусов в городе хватает. Все нормально. Ё-моё, выпускайте меня быстрее. Блин, капец. Мне уж страшно стало. Ё-моё, выпустите, ё-моё. Так, чего? Блин, неужели из меня реально собираются сделать какого-то мутанта? Он меня заинтересовал. О, отстаньте от меня, дяденька! Вообще, выпустите меня, я хочу к своей маме! Я требую, чтобы меня обратно отнесли к акушеру там, или к моей маме и так далее! Анализируют жижовую воду... Чего? Вы уже с ним закончили? Не надо со мной ничего заканчивать, пожалуйста! Капец, выпустите! Я, конечно, вам благодарен, что вы сделали из меня вот такого большого, накачанного, мускулистого, вон какие банки, ё-моё, какая прессуха! Офигеть! Так, ладно, за это вам, конечно, очень сильно благодарен, но все, я хочу домой! Нет? Давайте побыстрее. Ничего, не надо там ничего со мной заканчивать. Алло, тети, дяди, я вам приказываю, чтобы сегодня уже закончили. Чего они там собираются со мной заканчивать? Отстаньте, пожалуйста. Хорошо. Чего? Ай, блин, куда она меня присасывает? Ай, черт, в стенку, ё-моё, уперся. Фух, офигеть, куда? Ай, ё-моё, оказался вне капсулы. Офигеть, фух, блин, ё-моё, блин, по-моему... Тетя, я невидимый. А, фух, о, все, вроде бы нормально. Офигеть, что это за магия нафиг? Активировала чип? Какой еще нафиг чип? Что вы собрались со мной делать? Можно? Я просто пойду домой. Все, давайте там, до свидания. Где у вас тут выход? Был рад познакомиться. Спасибо за теплый прием там и так далее. Беги, пацан, повела за собой. Ай, блин, тетенька, да куда за ухо-то? Блин, больно вообще-то. Отпусти меня. Ай, блин, капец, ты сейчас все ухо мне вытянешь. Я надеюсь, вы с моим телом не так же поступали. Это я не по этой причине таким большим стал. Блин, капец, все ухо оттянуло. Фух, красное. Ай, аж чешется. Блин, капец. Стой, давай запихивай его в эту капсулу. Чего? В какую капсулу? Не толкайтесь, чего вы толкаетесь? Мальчик надевает чип на ухо. Ай, блин, капец, больно вообще-то. Куда вы толкаетесь, чего вы толкаетесь? Не надо меня ни в какие капсулы снова запихивать. Ай, блин, ё-моё. Фух, из одной капсулы в другую помещают. Ё-моё, блин, что это за идиотское обращение вообще к людям? Чего она там встала около какой-то непонятной, что там, клавиатуры или что, какие-то мониторы. Блин, вообще впервые в жизни все это на самом деле вижу. Запускайте. Активирует код Махробус. Чего, блин? Какой код Махробус? Эй, блин, что за... Меня током фигачить начало. Эй, блин, выпустите меня отсюда. Меня тут током бьет. Ё-моё, загрузка 70%. Блин, это еще только 70%. 80%. Эй, 90%. Блин, пока все хорошо идет. 99%. Блин, капец. Эй, больно же, блин. Выпусти меня. Загрузка 100%. Эй, блин, ё-моё. Больно же. Выпусти меня. Отсюда! Фух! О, боже мой! Чего вообще со мной сделали? Фух, как будто бы до сих пор немного током бьет. Чего? Что с моим телом? Офигеть! Это что, я? Блин, капец, почему? Почему все мое тело какое-то красное стало? Они что сделали из меня еще большего мутанта? Обалдеть! Чего нафиг тут в этой лаборатории вообще происходит? Не понимаю. Черт, как же страшно! Блин, неужели они реально собираются сделать из меня что-то просто нереальное? Офигеть, что с моей рукой нафиг? Так, ладно, тут же, по-моему, еще должны какие-то другие мутанты находиться. Так, вон, по-моему, кто-то сидит. Эй, парень! Пс-пс! Слышишь меня? Эй, давай, отвечай мне. Что? Фух, ты меня слышишь, да? Слушай, ты не мог бы мне сказать, что тут вообще происходит? А то я тут, я так понимаю, новенький немного там и все дела. Я сам не знаю, кто мы и что мы. Вы что, точно так же, как и я, просто находитесь в этих капсулах и над вами проводят опыты, что ли? Я не понимаю, по-моему, у тебя вообще какое-то нечеловеческое тело. Ну, понятно одно. Я... нет. Мы все были людьми? Блин, капец, ну я, слава богу, по-моему, до сих пор еще остаюсь человеком, там и все дела. Блин, капец, а неужели они из меня собираются сделать то же самое, что и с этими? У этого вообще какая-то голова желтая, как у Симпсона, ё-моё. Я не знаю, зачем это было, но понятно одно, это нужно правительству, непонятно в каких целях. Чего? Зачем правительству могло понадобиться, чтобы из обычных мирных детей делали мутантов? Ё-моё, не понимаю. Так, ладно. Капец, кто тут еще есть? Блин, ну с этим желтым я не хочу разговаривать. Он там, по-моему, пытается выбить это стекло своей головой. Да хватит долбиться, мне кажется, оно бронированное. Я с кулачины-то со своей пробить не могу. Хотя вон я какой мускулистый. Вон какая у меня бицуха. Так, ладно, чего там? У меня есть семья, но эти твари забирают тебя из семьи. Чего? Прямо от семьи? Отрывают? Блин, капец, лучика забрали. О, чего?
Офигеть, чувак, ты проломил! Обалдеть, ты можешь вылезти? Эй, слышишь, попробуй вылезти оттуда! А, не получается? Блин, ладно, Лучка забрали из семьи, когда ему было 5. Тайминга забрали из семьи прямо за ужином. Блин, капец. Слушай, а про меня ты что-нибудь знаешь? Меня просто, по моим воспоминаниям, тоже забрали из семьи. Я, по-моему, только родился. Вообще, вот, проснулся уже где-то здесь. Но, по моим воспоминаниям, меня тоже забрали прямо от мамы. Видел, как тебя новорожденного сразу посадили в капсулу. И начали проводить эти сраные опыты. Чего, прямо маленького, что ли, в эту капсулу? Блин, капец, вообще жесть. Этот никак угомониться не может. Все долбится и долбится своей башкой об это... дурацкое стекло. Черт, тут какой-то барьер. Блин, капец, жалко, конечно, что ты выбраться не можешь. Так, ну ладно, попытайся там еще. Может быть, у Лучка получится своей башкой пробить что-нибудь. Так, ладно, ты говорил про какого-то тайминга там еще. А где этот тайминг вообще сидит? А, вот, кажется, я вижу. Эй, парень, ты меня слышишь? Психует. Часы, время, мы просто так теряем время. Чего, у него какая-то болезнь? Чего он так насчет времени-то, расстраивается? Что-то нервничает, я смотрю, очень сильно. Так, ладно, блин, капец, с этими двумя я что-то не особо хочу уже разговаривать. Они мне особого доверия не внушают. Психует, тик-так. Так, ладно, чего, тик-так, блин, а что это за тревогу они тут еще включили? Блин, какая-то сигнализация, всё мои уши. Черт возьми, чего она такая громкая это вообще? Нервничаю насчет времени. Звук треснувшего стекла. Чего? Блин, опять этот ученый побежал. Что тут происходит? Ё-моё, что за звуки? Как будто бы что-то взрывается. Офигеть, блин. Чего нафиг? Что тут вообще подрывается? Не понимаю. Надо спасать лабораторию. Капец, обалдеть. По-моему, что-то начало разрушаться. Не понимаю, может быть, это... Где на наш шанс? Пытается нас что-то спасти. Этот телефон, который похромно взрывается. Черт возьми, кажется, потолок начинает падать. Блин, или я просто здесь умру. Блин, наконец. Фух, обалдеть. Что это был за взрыв, нафиг? Чего тут вообще произошло? До сих пор, по-моему, все рушится. Так, блин, капец, ребята, смотрите, мы, кажется, оказались вне капсул. Так, по-моему, это наш шанс. Вставайте, давайте, Лучик там, Валун, кто вы там? Поднимайтесь быстрее. Давай, я тебе помогу, Лучик, вставай. У тебя получилось пробить своим лобежником эту капсулу. Красавчик. Так, Валун, давай тоже вставай. Блин, а этот там все-таки психует, что ли? О, тик-так, помогите. Лучик горячий, сложно. Так, ладно, погодите. Этот, по-моему, своим джуджуном прямо в стекле оказался. Так, ладно, давайте, тяните его за руки, надо вытащить его. А то он может остаться без одного места. Так, все, давайте, отлично, вытащили. Все, давай, успокаивайся, мы практически на свободе. Давай, вставай. Психованный, блин, какой-то ненормальный вообще. Ребята, все, так, короче, ладно, я вижу, вы тут все немного с головой не дружите. Блин, капец, какие вы страшные, ё-моё. Что они вообще из вас сделали? Как будто бы это не на мне последнюю стадию опытов провели вообще. А над вами, ё-моё, я вам подарю часы. Да, наконец-то. Ладно, с этим совсем мы потом разберемся. Почему сюда попал? Так, все, ладно, успокойтесь. Над этим мы поговорим немного позже. Отомстим этим тварям. Да никому нам не надо мстить. Главное сейчас выбраться из этой лаборатории. Я так понимаю, тут произошел какой-то взрыв. Или что это вообще было? Сейчас тут, наверное, какой-нибудь сумбур, суматоха. Или вообще, мы уже не под охраной там и тому подобное. Видите, капсулы разбились. И никто даже не мешает нам тут с вами спокойно стоять, разговаривать там и тому подобное. Там выход. Тайминг Нюндзюцу. Чего? Я отомщу за наше время. Так, ладно. Короче, ребята, нам нужно срочно выбираться из этой сраной лаборатории. Так что давайте побыстрее найдем выход, а мы все дела. Так, все, побежали со мной. Чего? Эй, подопытные, как вы из капсулы выбрались? Так, стоять. Блин, капец, ребята, кто-нибудь знал, что тут будут охранники? Вот это подстава. Может быть, обратно пойдем? Может, обратно? Они, походу, получили силы. Теперь они очень опасны. Чего? Силы? У нас есть какие-то силы. Так, ладно, надо убить их. Чего? Кого убить собрались? Так, ладно, а ну-ка, силы! Ого, нифига себе! Так, а ну-ка, на получай, ребята, используйте свои силы, которые вам там, вы получили и тому подобное. Так, ладно, у меня что-то... Ого, нифига себе, офигеть. Так, ладно, давайте мочите, нам нужно выбираться отсюда. На, получай. Блум, по-моему, что-то использовал. Так, ладно, все, ребята, давайте мочите их и убегаем отсюда. Давайте нас больше мы справимся. Офигеть! Блум, ты что делаешь, ё-моё? Демони свои таланты. Так, на, получай. Так,
Отлично! Фу, у кого сюрикены были? Я не понял, кто сюрикенами пользуется. Так, все, ладно, успокойтесь, мы, по-моему, их замочили. Все, ладно, давайте сваливаем, бежим отсюда. Тик-так, ниндзюцу! Да успокойся ты с своим ниндзюцу. Так, ребята, я, кажется, я вижу выход. Давайте, все за мной. Фух, блин, капец, реально, это свобода! Фух, блин, капец, я уже устал бежать. Ё-моё, давайте быстрее, бежим быстрее, как говорит тайминг, времени нет. Мы на свободе. Так, ладно, ребята, блин, на свободе, но как бы это самое, вы себя-то видели, ё-моё. Она же, если обычные люди увидят, они же вообще капец как испугаются. Так что давайте все за мной, найдем какое-нибудь укромное место. И, блин, надо уже поскорее познакомиться, то я даже не знаю, с кем я совершаю этот побег. Я молния, черт, куда идти-то? Так, ладно, все, остановитесь. Здесь нас, скорее всего, никто не найдет. Так, ладно, это, конечно, круто, то, что мы с вами сбежали из лаборатории и там и так далее. Правда, компания, с которой я сбежал, конечно, не из очень, так сказать, привлекательных. Блин, капец. Ну, давайте я первый покажу вам свои способности. И да, отойдите чуть дальше. Чего, вы что, собрались способностями, что ли, тут мериться? Часы? Мы должны найти часы? Блин, капец, да я не понимаю, зачем тебе эти часы, ё-моё? Как приветствие. Так, ладно, окей. Ну, если мы изучим способности друг друга, я думаю, нам это не помешает. Так, ладно, окей. Давай. О, так, ладно, по-моему, это я уже видел в нашей лаборатории, из которой мы только что сбежали. Так, окей. О, нифига себе. Торнадо. Блин, нифига себе. Тайминг. Аккуратнее, ты что делаешь? Так, ладно, окей, что-то еще есть. Вау. Блин, офигеть. Окей, блин, нифига валун крутой. Блин, а у меня-то, интересно, вообще есть какие-нибудь... способности! Офигеть, у меня что, тело эволюционировало? Или что это нафиг такое с ним стало? По-моему, я выглядел немного по-другому. Блин, обалденно. Вы что, мне вообще никто об этом не сказали? И точка, короночка, светишься? Да-да-да, я знаю, лучик, ты тоже светишься. А, так, ладно, короночка, что там у тебя, давай? Блин, офигеть, какой огромный валун. Ё-моё, так, ладно, лучик, ты что-нибудь умеешь? Или ты просто какой-то солнечный, милый такой? Умею. Так, ладно, давай тогда побыстрее показывай и уже пойдем отсюда. Воу, нифига себе. Блин, вот это луч. Так, ладно, не знаю, как нам это, конечно, пригодится, но окей, если что, буду иметь в виду. О, тепло, тепло, ну да, в принципе, я тоже почувствовал, хотя на мне это фиговина такая, то что, блин, мне капец как жарко. Так, ладно, а где тайминг? Тайминг? Ты где, блин? Я не понимаю, где мы потеряли тайминга? Тайминг? Чего? Дом? Какой еще дом? Ребята, часы! Чего? Откуда? Слышу его! Так, ладно, побежали. Блин, куда он уже успел деться? Ё-моё, этот сумасшедший не даст мне вообще никакого покоя. Чего? Он забежал в этот дом? Блин, тайминг, какого фига ты делаешь? Это же чей-то дом, тут, наверное, люди живут. Блин, капец, а чё тут все в крови да какой-то? Часы, часы! Ты успокойся, зачем тебе эти часы? Нафига ты их снова? Мы больше не потеряем время. Блин, он какой-то озабоченный на этом времени, что ли, я не понимаю. Мы будем знать время. Так, ладно, блин, давайте побыстрее уходить отсюда. Здесь же, наверное, живут люди. У этого дома есть хозяева там и так далее. А если они нас увидят, то это вообще будет просто жесть. Мы будем жить в нем. Это будет наша база. Блин, капец. А чего тут еще и радио заиграло? Добрый вечер, в эфире «Вечерние новости». На одной из крупнейших лабораторий города, Фильхейм-Сити, произошел взрыв. Чего? Это что, про эту самую лабораторию, из которой мы, что ли, с вами сбежали сегодня? А все испытуемые попали наружу, и они бродят по городу. Ой, походу... Блин, капец, ребята, про нас по радио говорят, офигеть! Будьте предельно осторожны, потому что они очень опасные. Дверь надо закрыть. Блин, капец, валун, стой на шухере, вдруг реально хозяева придут. Полиция города взяла расследование в свои руки. Фух, если обнаружите на улице этих мутантов, то сообщите об этом в отделении полиции. Блин, ребята, нас чё, разыскивают? Офигеть. Подпишись на канал, чтобы ты быстрее свой ролик заснял. Для тебя он канал продвигал и монтировал видосы, пока ты спал. Поставь лайк.